Вот такая личность идет в Забайкалье. Я замечаю очень много вот таких личностей. Хотя, в принципе, человек, в общем-то, рабочей внешности и не какая-то неподозрительная личность. Троллейбус, павильончики, колонка, можно воды набрать прямо здесь. Вот эта улица Белорусская, она вниз туда идет. Ну а я вот сейчас сюда, вот скоро уже будет дом, где я жил.